Приветствую вас. Знаете, если говорить о какой-то рекомендации, потому что психологи советов не дают, то рекомендацией моей будет следующее. Отдалитесь пока немножко от своей девушки. Просто отдалитесь от нее, чтобы чтобы она побыла одна немножко, вот, чтобы вы побыли один немножко, вот, чтобы, значит, прошло какое-то время, вот, чтобы прошла переоценка ценностей у вас обоих, или не прошла. Переоценка ценностей, что означает, что, в общем-то, вы действительно друг другу не подходите, вот. Это то, что вы можете сделать сейчас реально, потому что, ну, если девушка решила для себя, что вы ее предали, то, соответственно, у вас не получится переубедить ее в обратном, потому что она делает это для себя, то есть это ее выгода. Ее выгода в том, что она считает вас, ну, тираном, монстром, да, сейчас, и так далее. Ей выгода, если она этого, понимаете? Ей, не вам, а ей. И она, собственно, и не оставляет вам шансов по этой причине, что ей нужно, чтобы, ну, чтобы вы ее выглядели в ее глазах как кем-то, ну, кем-то каким-то не таким, да? Каким-то страшным, негативным и так далее. Девушке это нужно по какой причине? Потому что у девушки авторитарный отец. И, скорее всего, и как любой авторитарный отец, ну вообще авторитарный родитель, такой, может быть, строгий, подавляющий родитель, как любой авторитарный отец, он не приучил своего ребенка, да, свою девушку, свою дочь. С одной стороны, к ответственности, то есть, ну, ответственность за свои поступки, вот, это первое. Второе. Личным границам, то есть, ну, не научил ее различать, где один человек, где другой человек, где начинается один человек, где заканчивается другой человек, вот. То есть не научил разграничивать себя и других, то есть как обстоят дела, либо человека, то есть, например, либо вы принимаете ее целиком и делаете все, как она скажет, в соответствии с ее
какими-то, ну, желаниями и представлениями, либо вы враг. Вот. По-другому, к сожалению, ваша девочка, ну, явно не умеет. Вот. Как бы это не было бы неприятно, да? Вот. И, соответственно, возникает вопрос, на мой взгляд, очень такой важный вопрос. А могла ли, собственно, девочка по-другому? Ну, вообще просто по-другому. Могла ли она? Могла ли она вести себя по-другому? Вот. Но об этом я еще чуть позже скажу. То есть это вот то, что касается девочки. И она вот такая. Скорее всего, как любой человек, ну, не любой, конечно, но поскольку она из деревни, то, ну, возможно, она рассчитывала, что выйдет за вас замуж, она этого хотела. Вероятно, изначально женить на себе вас, вот, это, ну, скорее всего, это была ее цель, вот, чтобы себя как-то обезопасить, продвинуть и так далее, ну, потому что уж слишком много она говорит о замужестве и о том, что вы не делаете того, что, по ее мнению, нужно. Дальше идем. Значит, Вы пишете, что с девочкой со своей встречались вы 3 года. Я спортсмен, пишете вы, служу в спортроте после университета. Очень люблю спорт и, можно сказать, живу им. Вот, понимаете? Какая история? Спорт – это такой образ жизни, именно спорт – это такой образ жизни, который, ну как, знаете, как гастроли, как, ну, военная тема, да, война, примет далеко не каждый человек. То есть кто-то примет, кто-то нет. Вот. Кто-то сможет принять, кто-то не сможет принять. И здесь, конечно, не столько к девушке вопрос, сколько к вам. Вы, имея четкое намерение заниматься спортом и
имея четкое намерение, скажем так, ставить в приоритет вот, ну, то, что вы делаете, да, именно в приоритет, то для вас спорт, старшина, там, какие-то еще люди, это приоритет, это ваш выбор, вот, но вы, имея перспективы к этому, значит, по какой-то причине думали, что девушка вас поддержит. То есть вы надеялись на то, что девочка вас поддержит. Вы надеялись на то, что она будет разделять значит, ваши взгляды. Вот. Вы надеялись на то, что девушка будет, значит, ну, относиться с пониманием к тому, что вы делаете. И вот здесь, конечно, встает вопрос о целях в отношениях. О том, что движет вами при построении отношений. Потому что есть некоторые моменты, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Значит так, девочка из деревни переехала в город, когда поступила в университет, до меня у нее не было постоянного парня. После того, как мы начали встречаться, первые 8 месяцев все было хорошо, а потом начались упреки во всем, как будто она построила в голове образ идеального мужчины, я ему полностью не соответствую. Понимаете, какая история? Она, может быть, и построила образ идеального мужчины, может быть. Но как быть с вами? Вы ожидали, как вам написал мой коллега, вы ожидали от девушки тоже того, что она будет мириться с тем, что вы занимаетесь спортом, с тем, что вы полностью ей не принадлежите. Вот. И таков уклад этого человека. Вопрос в том, что девочка по итогу рассталась с вами, а не вы расстались с ней. И мне очень интересен ее выбор, ваш выбор. То есть, чем обусловлен выбор девочки такой, из деревни, да, из глубинки, которая, вероятно, поначалу смотрела на вас снизу вверх, да, вот, и так далее. То есть, там о равных отношениях между партнерами и речи не идет. Понимаете? И самое главное, что вы выбрали такую девушку. Я думаю, что в период, когда у вас все было хорошо, вы не были эмоционально близки. Ну, по-настоящему эмоционально близки вы не были. Вы общались, вы как-то находились в какой-то гармонии, в контакте друг с другом вы находились.
Но эмоциональной близости между вами, скорее всего, не было. А почему не было? Почему не было? А потому что вы ее эмоциональной близости, скорее всего, избегаете. На это указывает то, что вы после университета служите в роте, занимаетесь спортом, живете им. При этом это не профессиональный спорт. То есть это не такой спорт, который, ну, приносит деньги. То есть да, вы писали, что вам премии дают какие-то. Я честно скажу, я не очень разбираюсь в этом, да, то есть я не знаю, может быть, премии там нормально по деньгам, но то, что вы именно живете спортом, да, это с этим нужно разбираться. С учетом того, как вы описываете свою ситуацию вообще. То есть при, например, ну, других условиях, да, если бы, например, вы занимались спортом, допустим, но при этом, скажем, не обращались к нам, или запрос был бы другой, то тогда я на это внимание не обратил бы. Но с учетом того, что вы уже написали, можно говорить о том, что спорт – это проявление какого-то сценарного поведения вашего. Вот. Далее. Значит, начались упреки во всем, как будто она построила в голове образ идеального мужчины. Заметьте, эта мысль пришла в голову вам, а не ей. То есть вы интерпретировали ее упреки так. Ну, в общем, опять же говорить, что это вы скорее всего считали себя идеальным. А что значит считали себя идеальным? Да? То есть вы учитесь, занимаетесь спортом, не курите, следите за питанием, ложитесь в 11 часов вечера. То есть все это создает у вас чувство, что вы правильный, что вы хороший. И вы себе, наверное, не можете представить, как это можно отвергать и отрицать. Тем не менее, если вы занимаетесь тем, чем занимаетесь, просто для себя, то я думаю, такой бы мысли у вас не возникло. А поскольку такая мысль возникла, значит, вы, вероятно, ждете чего-то от своего занятия. Вы ожидаете чего-то от того, что делаете. Ну, не знаю, может быть, вы ждете признания, может быть, вы хотите одобрения, может быть, оценки, может быть, что-то еще. Этого я, конечно, не знаю. Этого я, конечно, не знаю. Но думаю, что вот что-то такое, что-то такое есть. Вот. Конечно, это нужно выяснять. Дальше.
идем. Значит, постоянно ставила в пример своего отца, который всю жизнь жил в деревне и пахал в полях. Ну, это, соответственно, ориентация девочки. То есть, это, если она ставит пример своего отца, значит, у нее четкое сценарное поведение. То есть, поведение ориентировано на своих родителей. Ну, вот. Вы говорите, значит, постоянно ставила пример своего отца, никогда не разделяла моего увлечения спортом. Она даже начала смеяться с того, что я слежу за питанием и ложусь в 23:00. Казалось бы, человек не принимает то, чем вы живете. Ну вот. Априори, да? Возьмем за основу. Если человек не принимает то, чем вы живете, да? Ну, наверное, от него стоит отдалиться. Вы этого не сделали. Почему? Говорит, ты как старый дед. Так, ну, вот здесь вы занимаете позицию жертвы по отношению к себе. То есть вы на девушку возлагаете ответственность за свою какую-то неудовлетворенность, вот, и выставляете злой, выставляете ее какой-то неправильный, вот. При этом вы здесь забываете о том, что ну, вы же сами ее выбрали, эту девочку. Вас ведь никто не заставлял или заставлял все-таки. Или все-таки вас кто-то или что-то заставило выбрать именно эту девочку себе в партнер. Если так, ну нужно с этим разбираться. Ну, не похоже то, что вы описываете, на свободный выбор, к сожалению. Никак не похоже на свободный выбор. Дальше, говорит, ты как старый дед, так, когда я занял второе место на чемпионате России, то у меня в телефоне было около 50 смс с поздравлениями от разных людей, а все это я услышал от него, ну круто, чё. Здесь мы подходим к тому, для чего вы занимаетесь вообще спортом. То есть вы занимаетесь спортом в том числе для получения оценки, как это вот видится мне. То есть для вас важно, чтобы вас заметили. Для вас важно, чтобы вас поздравили, судя по всему. Ну, потому что вы заострили на этом внимание. Вот. Опять же, хочу заметить. Я не говорю, что это 100% так. Но что-то в этом есть. И если вы хотите разобраться в себе, то это нужно анализировать. Как вы пришли в спорт, чего вы хотели, и если у вас действительно есть какие-то конфликты, ну, внутренние, внутриличностные, вот, то с этим нужно что-то делать, потому что иначе вы свои конфликты, именно свои конфликты, будете переносить на других людей, вот в частности, как вы это сделали с девушкой. То есть,
вас послушать, так эта девушка во всем виновата. Она виновата, что не поздравила вас, она виновата в том, что не ценила вас, и она виновата в том, что не замечала, что вы для нее делаете. Но ей нужно другое, и вы это знали. Вопрос в том, для чего она вам нужна. Нужна до сих пор. Несмотря на то, что вы уже расстались. По сути. Дальше. Я ее люблю, и поэтому пытался за ней ухаживать, поддерживать ее на учебе и так далее. Ну, здесь мне бы хотелось разобраться с тем, что вы понимаете под любовью. Потому что любовь, в первую очередь, это принятие. Вот, в первую очередь, любовь – это принятие. Принятие человека таким, как он есть. Понимаете? Вот. Вы же принять девушку не можете, и это понятно. Понятно, почему вы не можете девушку принять, потому что она посягает на ваше, ну, по сути, самое дорогое, да? Вот. То есть, почему дорогое, это уже другой вопрос. Почему дорогое, чем дорогое, это другой вопрос. Она посягает. Вы не принимаете ее полностью, значит, это не любовь. Или любовь, но не чистая, то есть с примесями. Есть какие-то еще элементы, есть налет, возможно, ваших желаний, того, чего хотите вы, того, чего хочется вам. Через девушку получить, вот, для себя, вот, и я думаю, что это важно, и на это нужно обратить внимание, самое пристальное. Вскоре началось еще хуже, она стала не только попрекать, но и обижаться на ерунду. Например, я заехал на ней на машине, она мне садится на сиденье, моя шапка, она обижается, что я не убрал шапку, типа я не люблю ее и не ухаживаю за ней. Ну, здесь, опять то, что написал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, вполне себе справедливо, то есть, значит, у нее были ожидания. У нее были ожидания по отношению к вам, что вы такой красивый, на ней женитесь. Вы этого не сделали, вместо этого вы занимаетесь спортом. У нее были ожидания, исходя из того, что делал ее отец. Как должен поступать мужчина. И она надеялась, что вы будете таким. Потому что других отношений девушка себе не представляет. Я уверен, что она такая довольно пассивная. Как и любой ребенок строгого подавляющего родителя в отношениях пассивный, но склонный к контролю, к тирании. Значит, она постоянно говорила, ну а что ты мне хорошего сделал, подразумевая, что то, что ей нужно, вы не дали. То есть ты тут нужно было не перечислять то, что вы сделали, да, а говорить, что нужно тебе, что хорошо для тебя. И, соответственно, на это уже ориентироваться. А вы дарили подарки и ухаживали за ней так, как вы это понимали. Вот. Ну, ухаживать за человеком так, как понимаете вы, это не очень дальновидно, потому что человек может не оценить, да? Вот вы говорите, я дарил подарки, готовил завтрак в постель и так далее. А зачем вы это делали? Ну, делали и делали. А девочка не оценила.
А вам обидно, что она не оценила, да? И вот на мой взгляд, вам стоит подумать, а есть ли что-то общее между тем, что вы готовите завтрак в постель и подарки дарите, и тем, что вы занимаетесь спортом и живете спортом, и вас очень волнует вот мнение старшины и так далее, так далее, и так далее. Если ей я это начинаю перечислять, она говорит, ну ты мелочный, все запоминаешь, можешь больше ничего не делать, и все. Ну, я еще раз повторяю, что здесь вы ориентируетесь на себя, не на нее, в том, что нужно делать для нее, понимаете? Вот. Хотя от самой даже помять плечи не дождешься. Вы под плечо на тренировке, говорю, разомни, пожалуйста, минут 5. Она ответила, я тебе не массажист, разминать вот так. Ну, соответственно, здесь понятно, ваши взаимные ожидания. То есть, как бы, вы делаете что-то для человека и ожидаете в ответ чего-то. А ее отец, когда мы к ним приезжали в гости, постоянно говорил, что я занимаюсь ерундой, что спорт это не то, надо строить семью, работать на двух работах и так далее. Постоянно попрекал, что я встречаюсь с ней, но не женился еще. А на девушку это тоже влияет, и, соответственно, опять же, непонятно, чего в этом контексте добивались вы, чего в этом контексте хотели вы. Как бы вы не шли тем путем, который кто-то за вас выбрал, или вы приняли состояние безысходности и без возможности выбора. Потому что вы-то, по сути, от девочки до сих пор не отказались. И вот 3 месяца назад у нас в отношениях стало все хорошо, она стала как другим человеком и захотела еще больше для нее делать. Вот. Понимаете, то есть она стала тем, кем вы хотели ее видеть, и вам тут же захотелось для нее что-то делать. А просто так делать для нее не хотелось. То есть нужна отдача вам. Вот и подумайте, что вы готовы делать без отдачи. Так, прислала мне премию за соревнования, я купил ей подарков, которых она хотела, стал проводить больше времени и так далее. Ну, вы... Что интересно, с ней не обсуждали это, то есть вы не выяснили, почему она поменялась. Вы не выяснили, что простимулировало ее меняться. Вот. Месяц назад опять стало как было. На вопрос, что случилось, она сказала, я пыталась быть хороче, ты не оценил, буду опять такой. А зачем пыталась быть хороче? Чтобы вы на ней женились. Опять же. Другое дело, что вы сами ожидали и рассчитывали, что... Раз само собой у человека получилось измениться, то так будет всегда. Вы не анализируете. Здесь я бы сказал, что вам нужно вырабатывать взрослое эго-состояние. Значит, позвали нас друзья и ее друзья детства на выходные. Значит, я думал, проблем-то в службе быть не должно. Знаете, Сергей, здесь тонкий есть момент. Не должно быть и не будет. Это разные вещи. Понимаете? Потому что мне сомнительно, что вы не могли знать при должном подходе, что вот в воскресенье не будет соревнований. Показатель. Ну, по крайней мере, можно было спросить у старшины, если он такой близкий вам человек, можно было спросить у него, не ожидается ли чего-либо.
тем более, если такие вот истории возможны. Ну и здесь, конечно, то, как вы отношения выстраиваете с людьми, тоже важно. Вот. Значит, старшина говорит, надо в воскресенье быть в счастье, будут показательные соревнования, приедет на счастье, надо обязательно, чтобы ты был, я ему объяснил, что я не в городе, он чисто по-человечески сказал, что я его подставлю, если не приеду. Понимаете, вот вы позволяете людьми пользоваться собой. Я поясню. Старшина очень хороший мужик. Это оценочное суждение. Друг моего тренера. Но не ваш друг. Он суетился, чтобы меня взяли туда на службу, выписывает мне премии, постоянно отпускает куда мне надо и так далее. Вопрос. Для чего он это делает? Для вас или для себя? Если для вас он это делает, то, что у вас есть личная жизнь, это как бы нормально. И он не может не знать, что выдергивая вас из выходных, ну, как минимум, он рискует испортить вам личную жизнь. Кроме того, старшина, зная, что вы уезжаете, я уверен, что он не мог этого не знать, мог бы вас предупредить. Но он не предупредил о том, что он не знал о соревнованиях в воскресенье, и о том, что приедет начальство. Мне, ну, тоже сомнительно. Понимаете? То есть смесь, вот такая смесь личных отношений и профессиональных, а это недопустимо, абсолютно. Вот. Ну и то, что вы его подставите, это вообще манипуляция, собственно, и желание вызвать у вас вину. Потому что это его ответственность, что он не предупредил вас. И самое главное, вот вы приехали, вы его выручили, значит, такое повторится еще раз с вами в дальнейшем. Старшина не сделает выводов из того, что произошло. Вы не дали ему столкнуться с последствиями своего выбора. А значит, все будет так, как раньше. Дальше. Значит, я говорю это девушке, что именно вы говорите? Вот это вот, что вы написали здесь, а почему вы считаете, что ее это должно волновать? Вы действительно в этот момент еще верили в то, что она вас поймет? Она пьяная, как и все ее друзья в деревне, я не пью сам никогда. Вот отношение к алкоголю тоже нужно разбирать, как вы относитесь к алкоголю, почему не пьете, как вы относитесь к людям, которые выпивают. Вот, потому что если вы чувствуете себя, например, как-то выше их и так далее, то люди другие это чувствуют, соответственно, возникает скрытая агрессия. Сразу в слезы, говорит, я бросаю тут ее об нуль, и говорит, выбирай либо я, либо службу. Начинается возраст ее пьяных друзей, что ты так, мужик, не поступает, надо жертвовать всем ради девушки и так далее. Знаете, с одной стороны, реакция девушки закономерна. С одной стороны, опять же, я не верю в то, что вы этого не могли предвидеть. С другой стороны, реакция друзей, ну, как бы, тоже ожидаемо. Вы говорите, что со мной ехать сразу она не хочет и не должна, потому что это выходные. И в итоге вы делаете выбор в пользу спорта. И, конечно, для девочки это болезненно. С учетом того, что вы не хотели на ней жениться. Далее вы снова выставляете себя жертвой, потому что вы могли бы за девочкой в деревню не ездить. Я уверен, вы знали, что она не примет вас. Но вы все равно поехали. И здесь, на мой взгляд, есть то, что я могу вам порекомендовать почитать, это игра.
психологическая игра, я же старался. Почитайте про нее. Она говорит, что я ее предал, быть со мной не хочет. Ну, опять же, нужно выяснять, как вы к этому относитесь, к тому, что вы ее якобы предали. Потому что если вы сожалеете о том, что сделали, то вы предатель. Если вы не сожалеете, то вы не предатель, но ваши ссоры и споры по этому поводу будут всегда. Кроме того, про женитьбу вы так ничего и не сказали, и даже нам не высказали хотя бы примерного представления о том, когда у вас может быть свадьба. Значит, так, прошло 3 недели, она отвечает на сообщения, звонки, что не потерпит больше такого отношения к себе. Вопрос, чем я не прав? Что я делаю не так? На эти вопросы я, надеюсь, ответил. Может быть, я в чем-то заблуждаюсь, просто не знаю. Ну вот, смотрите, заблуждаетесь вы только в том, что до сих пор пытаетесь эту девочку добиться. То есть вы до сих пор с ней не расстались. Именно вы до сих пор ее не отпустили. Вопрос, почему? Она с вами несчастлива, ей с вами нехорошо. Она не получает того, что хочет. Разве это любовь? А если любовь, то какая это любовь? Для чего лично вам эта девочка? Подумайте. Если говорить о том, что в чем вы не правы, не меряется это так, прав или не прав. Не меряется. Вам опять мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович на это ответил. В отношениях не бывает такого, прав или не прав. В отношениях бывает, чего хочет один человек, чего хочет другой человек, и как это совпадает. А это значит, что вы не готовы идти на такой тип отношений. Это значит, что в девушке вы не видите личность, вы не видите человека, вы не общаетесь с ней так. И вполне возможно, что с такими девушками, которые личности, так называемые думающие девушки, у вас отношения не складываются. Может быть, проблема с самооценкой, которая всегда имеется, если у вас есть чувство вины. А чувство вины есть перед старшиной, как минимум, ну и, собственно, перед девушкой. Вот. Равно как у вас есть и сомнение, вероятно, в том, что вы неправильно делаете выбор. Ну, например, в пользу спорта, допустим. Вот. Что вы делаете не так? Вы выбираете девушку не в соответствии со своей деятельностью. То есть вы выбираете не ту девушку, которая поддерживает и понимает вас. Как минимум, нужно выбирать такую девушку, которая бы понимала, что значит спорт, и хотя бы сама имела к этому отношение. Ну, если вы занимаетесь спортом на такой основе. Ваша девушка не такая. Вопрос в том, для чего она вам? Как вы чувствуете себя с ней? Что она для вас значит? И по какой причине вы пытаетесь до сих пор ей звонить и писать сообщение? Для чего? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.